Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И у меня есть хорошая новость. Я накопил себе, наконец-то, денег на нового персонажа, которого звать Соня. Давайте приобретем ее к себе в отряд. 12500, отлично, покупаем. Ну что же, давайте тогда еще, наверное, маленечко ее укрепим. У меня как раз есть ингредиенты для этого. Не знаю, насколько уровней нам хватит. Но денег маловато, думаю, что на парочку-то должно уж точно хватить. Так, это у нас уже будет второй. Да, на третий должно хватить, в принципе, 92 монетки. Так, сюда, сюда. Ой, подожди, блин, не то сделал. Сейчас, ребята, извините. Где она у нас здесь? Так, что-то я не могу понять. Ёлки-палки, потерял. Так, это не то. А, вот она. Так, давайте еще. Третий левел она получает у нас. Ну-ка, на четвертый хватит? Нет, по деньгам не хватит, но ингредиентов вполне, да. 112 монет нужно. Денег у меня пока таких нет, но есть зато бонусы. Давайте используем их. Ну что же, 320 золотых, можно, в принципе, и дальше продолжать ее укреплять. Итого у нас четвертый уровень у Сони. Довольно неплохо, я считаю. Ну, а на пятый, как видите, не хватает. 225 монет нужно. Ладно, в принципе, и так все у нас хорошо. Давайте возьмем ее в отряд. Поставим вместо, наверное, да, вместо полицейского. Хотя гренадир здесь, честно говоря, тоже нам не особо нужен. Можно его кем-то заменить. Кого тут можно взять? Давайте, наверное, да, выберем, наверное, вот так вот, шокера. Пускай он будет пока с нами. Ну, а дальше посмотрим, что у нас из этого получится. Ну, а Кэпа мы возьмем вместо команда. Вот так вот. Все, отлично, ребята, у нас команда собрана. Теперь остается только лишь выполнять миссии. И мы с вами, наверное, приступим. 121-ю неохота, конечно, хотя можно было бы. Давайте, наверное, 129-ю попробуем. Она все-таки нормальна. И мы, наверное, ее должны потянуть. В общем, давайте смотреть. Так, кто у нас здесь? Я даже у мапка не приложу. Ага, яйцо. Ладно. Яйцо. Ну, вы помните, что это яйцо выделяет плазму, которая любого моего бойца превращает в зомби, поэтому нужно быть очень предельно осторожным. Для начала я... Оу, тут еще и бегуны. Черт подери. Ладно, будем делать тогда такую схему, ребята. Выпускать Марины, Шокера и прикрывать уже Сонькой. Только лишь так у нас, наверное, получится что-нибудь. Черт, в автобус врезался, да. Три звезды нам уже не видать. Ладно, не беда, ребята, мы пока все смотрим. Изучаем и ищем для себя какую-нибудь хорошую оптимальную тактику. Так, ну все, Соня у меня уже бомбит, можно выпускать Марины. О, быстрее, быстрее, быстрее. Так, отлично, пока все хорошо идет. Ну, за исключением, конечно, этого поганого яйца. Опять камикадзе? Черт подери, они меня... Да что такое-то, а? Ты смотри, что творится. Не напасешься так. А ну-ка посмотрим, что ты на это скажешь. Ну, я думаю, что здесь уже без вариантов, ребята. Мы должны это яйцо разбомбить. Кстати, вы заметили, да? Оу, ничего себе. Мою турельку разбомбили. Вот это уже плохо. Давай, Марины, выбегай. Пора, 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 пора выбегать. Нет, Соня очень-очень хорошо себя проявляет. У нее дальняя стрельба. Как вы видели, она уничтожает этих камикадз. Ну-ну-ну-ну-ну, только не в Соню, только не в Соню. Нет, отлично, все-таки они успели его сбить. Короче, я так понял, ребята, здесь у нас в этой миссии только лишь яйцо. И будут нам постоянно мешать вот эти вот бегуны камикадзе. В принципе, уровень довольно легкий. И я думаю, что мы его сейчас даже пройдем без проблем. Ну, началось, а. Мне бы, конечно, сюда поближе бы турелечку поставить, чтобы она прикрывала. Так, давай, Марина, беги. Из атакующих юнитов у меня только Марина и Шокер. Да, не густо, конечно. Но делать нечего. Придется ими бомбить поворотом, чтобы как-то нам дальше пройти.
Да, я заметил. О, через 35 секунд будет волна. Нам нужно успеть, ребята, во что бы то ни стало. Не дают, не дают эти камикадзе мне нормально побомбить по воротам. Давайте вот так попробуем, может что получится. Нифига, не сработало. Ну, а теперь... Давай, 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 ребята, бегите, бегите. Быстрее, 13 секунд осталось, елки-палки. Если побежит волна, все, нам крышка, мы не пройдем этот уровень, ребята. Черт, 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 ну давайте вы, ну! Да, на последней секунде, ребята, мы пробили ворота. И 129-я миссия пройдена на 2 звезды. Получаем бонус, конечно. Бонус получили, деньги заработали. Отлично. Карту открыли. Угу. Давайте-ка мы, наверное, немножечко бензинчик здесь потратим. Может, что-нибудь откроют нам новенького. Так, 132-я миссия. Ну что же, наверное, можно даже, в принципе, попробовать ее пройти на шару, как говорится. Ну, на худой конец мы просто глянем, что здесь у нас ждет. Я, как вижу, 2 яйца. 2 яйца, это, конечно, проблема для нас. С одним-то было тяжеловато, с двумя, не знаю, потянем ли. Ладно, сейчас мы дождемся отката, потому что у нас должна будет выходить Сонька, которая будет, соответственно... Оу, тут еще и ледяные жертвясы идут. Вот это уже плохо. Вот это не есть хорошо, ребятушки, для нас. Да. Ладно, давай, Шокер, беги. А это что еще за хрень? Что это за хрень идет? Разлагающийся зомби, который превращается в яйцо? Ну, здорово просто. Еще не легче. Так, Кэп, давай. Нам нужна твоя, как говорится, поддержка. Слушайте, а вот это вот... А, вот он пришел, упал, и вместо него появилось яйцо. Теперь здесь 3 яйца. Вот это хреновенько, ребятушки, хреновенько. Потому что вот эти вот... Да что ж такое, Марин даже не успевает добежать. Смотрите, здесь еще помимо этого сферы и так летят. Ух. Как видите, эти толстые морозные чуваки, они очень-очень мощные, тяжело пробиваемые. Блин, была бы у меня Сонька прокачана по полной программе, было бы все, конечно, бы полегче. Ну, это касается любого юнита, который прокачан полностью по максималке. Но у нас такого нету, нам приходится драться теми юнитами, которые у нас есть. Так, 2 Соньки, это хорошо. Турелька упала, жаль, жаль, конечно, давайте новенькую поставим. Так, Кэп, выходи. 2 Кэпа. Интересно, а у них суммируется вот эта вот удача или нет? Наверное, ни хрена. Давай, давай, яйцо поганое. Выпускай своего этого. Блин, что-то ни хрена не выпускает почему-то, а, ребята? Не хотит. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, жертвясы наполняют, наполняют карту. Как говорится, усложняя нам жизнь. Такую орду, боюсь, мы уже не пробьем. Плюс еще тут 2. Да какой 2? 3 яйца. Одно практически покоребанное уже. Здравствуйте, приплыли. Еще одно яйцо ползет, а? Я даже не знаю, как мы здесь будем справляться. Давайте турель выставим. Просто-напросто сейчас мы с вами довоюемся до волны. А до нее осталось, как видите, уже 30 секунд. Нет, не пробьем. Не сможем. Ладно, будем знать на будущее. И мне нужно будет перед собой поставить цель... Укрепить нашу героиню Соню как можно сильнее. До 15-го... Ой, до 15-го. Ничего себе, я замочил. До 12-го уровня, конечно, у меня не получится ее прокачать. Не хватит ингредиентов. Но я буду стараться, ребят, стараться. Так, что это такое? Следите за уровнем шума, иначе вы привлечете еще больше зомби. Вот это, ребята, в первый раз я такое вижу. Так вы посмотрите, сколько у меня стрелков. Ёлки-палки. Нифига мы тут крошим. Слушайте, я считаю, что довольно неплохо мы тут сопротивлялись этой волне. Да, ну, естественно, проиграли. Жаль, конечно. Так, ну что ж, давайте тогда с вами выберем, наверное, какую-нибудь другую миссию, посмотрим. Я думаю, что это будет где-то изначальных. Уж 132-я миссия, это, конечно, для меня жестко. Давайте где-нибудь вот здесь вот выберем. Вот, 116-я вполне сгодится, я надеюсь. Хотя там написано невозможно.
Так, делаем откаточку. Блин, ребята, а шокер-то здесь мне, наверное, и не нужен был. Мне сюда лучше команда. Ладно. Забыл, конечно, поменять. Оу, щет, только не эти ухмыри. Так, ладно, давай. Соня, выходи, попробуй. Ай-яй-яй-яй, автобус мой родной. Живи, живи, живи. Выжил. Так, ну что, давайте приступать к расколбасу полнейшему. Так, у меня Соня и Кэп в паре довольно неплохо бомбят. Мне бы еще турель. Было бы вообще замечательно. Ну, пока я никого не вижу. Ага, значит, здесь у нас будут бегуны и вот эти ледянщики, здоровики. Если так дело пойдет, я думаю, что этот уровень мы должны с вами затащить. Ну, конечно же, три звезды нам уже не видать, потому что нанесли урон нашему автобусу. Но если, например, перепроходить его, я думаю, вполне смогу пройти его на 3. Ну что, вызываем, наверное, шокера, пускай бежит. Ну, давай, оглуши этого паразита. Ха-ха, хорошо сработано было. Куда вы собрались, родные мои синеглазки? Ну что, я смотрю, последний здоровяк здесь у нас остался. Ага, последний. Вон там еще идет отрядик. Давайте-ка вот сюда, наверное, поставим ее поближе. Кэп. Ну и думаю, что пора уже вызывать ребят, которые будут у меня пробивать, конечно же, ворота. Давай, шокер, Марины. Старайтесь, пробивайте. Я что-то не понял, вот этот хмырь синий сейчас только что убил у меня и Кэпа, и Соньку. Как он так умудрился-то, а? Ё-моё, надо срочно как-то, блин, выходить из этого дурацкого положения. Оу, тихо-тихо, разогналась. Так, давайте, наверное, сейчас с вами, если мы накопим ярости, да, вот так сделаем. Нам нужно как можно быстрее пробить ворота, потому что они иначе нас задолбают просто-напросто этими походами. Тихо-тихо-тихо, куда бежите, хламоны? Так, ну что, ребята, все, добивают они у меня. И прошли мы с вами 116 уровень. Ну что же, бонус? Ну что я могу сказать, что мы насобирали достаточно денег, чтобы проапать еще разок нашу героиню Соню. Как раз у нас на один апчик ей хватит. Так, где она у нас здесь? А, она же у меня в отряде. 225, как раз, отлично. Пятый левел получает, урона у нее 19. Так, клей. Так, а здесь у нас на удачу ничего нету. Ладно, будем с вами, наверное, копить, опять же, ингредиенты с этих сундуков. И будем ее прокачивать. Ну, а пока, наверное, приступим к какому-нибудь уровню. 117 левел. Давайте будем смотреть, что здесь нас ожидает. Блин, я все время забываю убрать с команды шокера. Здесь он нам вообще не нужен. Мне... Оу, елки-палки, справимся, нет? Так, так. Фух, смотрите-ка, вроде бы ничего, справились. Так, здесь еще идет телепат. Вот его нам только не хватало, будет отталкивать гаденыш. Блин, мне нужна как можно быстрее, ребята, турель. Ну, а для турели нужна, соответственно, ярость. А ярость у нас копится только за убийство зомбарей. Так, давайте вот этого хотя бы наглухо положим. Так, опять бежит команда, а? Ай, успеет, нет? Ну-ну-ну-ну-ну, Кэп! Ух, шикарно у нас это все вышло. А вот она, моя родная турелечка. Сейчас мы тут начнем полный расколбас. Опять же, не получится на 3 звезды пройти, потому что опять автобус получил у нас урон. Да сколько же можно-то? Короче, понятно мне здесь. Здесь будут вот эти синие упыри, здоровяки, и периодически выбегать зондеркоманд из зомби. А, да, еще и телепаты. Ладно. Тактика мне, в принципе, понятна. Главное вот эти вот жиробасов пробивать. И как можно быстрее. Давай, Кэп. Ух, нравится мне, когда вот столько огнестрела. Просто рвем здесь. Жалко, конечно, что атакующей силы у меня очень мало. И то это только шокер и Марины. Надо будет взять, наверное, все-таки здоровяка в команду к себе. Так, отлично.
Давай, 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 давай. Пробиваем, пробиваем ворота. Марины, старайся. Черт, идут. Воу-воу-воу-воу. Но здесь справились довольно легко. Слушайте, по большому счету, миссия довольно простая. Ничего сложного в ней не вижу. Главное, что мы ее прошли. Поздравляю нас, бонус. Заработали еще немножко деньжат мы с вами. Ну и карту приоткрыли. Так, ребята, давайте-ка мы с вами крутанем рулеточку и посмотрим, что нам выпадет из нее. Ну, самое плохое, что могло выпасть, а. Так, ладно, давайте еще крутанем. Ну, 100 монет, ладно, куда ни шло еще. Конечно, самое любимое мое здесь — это 3 сундучка. О! 2 жетона. Это хорошо. О, 250 золотых, уже лучше. Уже, как говорится, теплее. И... не хотелось бы мне вот это, конечно. Ну, ладно. Как говорится, что выпало, то выпало. И опять у нас ящик. А там зубная щетка. Горючки у нас пока хватает. Можно сделать, наверное, еще один бой. Нет, здесь не будем. Давайте-ка что-нибудь другое возьмем. Во, 130-е, нормальное. Ну и что тут нас ждет? Ага, 3 яйца. Вот это вот уже погонь, а? Но зато, ребят, как видите, в команде у меня уже мой здоровячок. Я шокера убрал. Хотя в этой, наверное, миссии шокер бы пригодился бы. Он все-таки оглушает яйцо, и пока оно встанет, оно не может воспроизводить энергетический сгусток. И здесь нам еще травят душу, как видите. Да-да-да, именно камикадзе-бегуны. Так, ладно, давай, Марины, беги. Кто быстрее? Только нет-нет-нет-нет-нет. Ага, ладно, хорошо, хоть так все вышло. В общем, ребята, у меня, знаете, сейчас созрел план какой. Против вот этих вот бегунов достаточно взять с собой обычную бочку синюю. А знаете почему? Мы ставим ее впереди. Ну, например, вот у меня Соня сейчас строчит. Перед ней я ставлю бочку, и они просто будут бежать на Соню, ну, а врезаться, конечно же, об бочку. Ну, в данный момент у меня сейчас делает этот наш агрегат, который нам ману дает. Так, ладно, с одним яйцом, как видите, мы разобрались. Но здесь у нас еще 2. Так, давай-ка, Марина, наверное, пора тебе выдвигаться. Давай, 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 отлично. И турельку мы вот сюда поставим. Ну, ха-ха, чувачок даже не успел добежать. Все, последнее яйцо тут остается. Слушайте, довольно... простая, на мой взгляд, миссия, вам так не кажется? Нет, ну, конечно же, Соня здесь рулит, это однозначно. Ребят, без нее вряд ли бы я здесь так хорошо играл бы. И все. Можно сказать, что мы прошли этот уровень. Дальше нас ничто здесь не остановит. Сейчас мы вызовем еще здоровяка нашего за 30. Хотя, может быть, и Марины справится. Оу, нет. Не справится. Эти... вот. Вот, давайте, наверное... так, даже не знаю. Вот так, наверное, сделаем. Турелечка будет прикрывать. Они там даже не успевают добежать. А Марины в это время будут спокойно себе стоять и бомбить. Ну, а теперь можно и здоровяка. Нет, Марина, давайте. Он дешевле, и здоровяк. Все. Ну что, ребят, могу вам сказать... отличный был уровень, и мы его прошли, причем на 3 звезды. 130-я миссия. Ну и еще получаем, конечно же, бонус. И открываем еще немножечко карты и смотрим, что у нас тут. Ну, ничего хорошего пока. Накопил, ребята, я себе немножечко горючки и хочу пооткрывать карту. Давайте-ка, наверное, здесь. Ага, новый уровень нам открыли. 120-я миссия невозможна. Это я пока тоже не буду трогать. Знаете, я хочу пройти ту миссию, где было одно яйцо. Вот она, по-моему, 127-я или 126-я, я не помню. А, 129-я. Ну-ка, давайте-ка попробуем пройти ее на 3 звезды.
Вот оно, одно яйцо. И здесь, как вы помните, будут у нас бежать камикадзе, по-моему, да? Или же здесь синие здоровяки. Я что-то уже и запутался, если честно. Сейчас увидим, короче. Так, да, камикадзе. Черт, у меня получится, нет, а? На три звезды-то губешки раскатил. Так, пока ждем. Блин, сюда нужен был шокер. Он дешевый и... Оу, они один за одним идут. Так, врезается, ладно. Этот у меня выдерживает одно попадание с зомбарем. Ох, щет. Так, все, выходит у меня Соня на тропу войны. И сейчас мы за счет нее будем себе накапливать ярость. Ух ты, как она хорошо стрельбанула-то. Тихо, зомбарь, ты че тут... Фух, шериф, ты малорик. Ты просто сейчас круто сделал. Успел таки подбить. Блин. Это яйцо меня, честно говоря, вымораживает, а? Так, давай-давай-давай, отлично. Вот, турелечка моя родная. Ну, а теперь приступим к разбору полетов. Все, я думаю, что здесь уже никаких, как говорится, компромиссов не будет у зомбарей. И мы пройдем этот уровень на три звезды. Оу, чет, успели. Так, Марины. Да, сейчас убьют его, жаль. Кстати, сейчас они будут периодически убивать моих чувачков. Поэтому мы вот так вот делаем, чтобы нам, как говорится, хотя бы преимущество небольшое взять в плане манны. Так, давай, давай, турель, быстрее откатывайся, а. Блин, мне нужно ее поставить. Оу. Так, вот сюда мы ее влепим. Ну, а теперь здоровяк пошел. Пошел клепать ворота. Все, сейчас мы это дело по-быренькому разбомбим. Потому что здоровяк, он выдерживает, как я сказал, одно попадание. Да? Как вы видите, все у нас здесь прошло великолепно. Ух, 129-я миссия на 3 звезды. Я нас поздравляю. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. Все меньше и меньше остается у нас свободных зон для прохождения. Но будем искать и стараться. И я все-таки решил остановиться вот на этой миссии, 122-я. Я уже немножко ее прошуршал, так сказать, разведочку сделал, поэтому... Вот такой состав, который у меня сейчас стоит, это будет самая оптимальная, как говорится, команда. Делаем откаточку, как вы понимаете, специально для того, чтобы у нас появилась Сонечка, моя родная. Сейчас мы ее вызовем и уже начнем здесь строчить по всем. Так, давайте вот этих синеглазок убьем. Оу, щет, нет, только не ты, проваливай отсюда, ну... Есть. Успели мы его забомбить. А так он, гаденыш, любитель прыгать за спину моим юнитам, особенно огнестрелам. И оттуда их убивает, гаденыш. Ну, я про этого чужого. Так, здесь, в принципе, должны мы справиться. Но периодически будут выбегать вот эти вот чужие, которые будут нам травить жизнь. Вот, опять он появился. Ну... Ну, давай, давай, Соня. Отлично, Марина все-таки лопатой его прибил. Ах, так, надо сделать что? Ну, видите, мне ее никак не прикрыть. Хотя можно поставить турель сзади, например, Соньки, чтобы она прикрывала. Но это как-то, честно говоря, глупо. Мы пока вот так вот будем с вами бороться. Так, давай, Марина, выбегай. А вот еще турелька. Вот так вот. Все, сейчас у нас будет наш полицейский. Ну, малорик, сработал на 100%. Почистим малька. Ух, красота. И, конечно же, будет Марина здесь делать свою основную работу, выполнять роль камикадзе. Так. Блин, неужели пройдем на 3 звезды, а, ребята? Есть все шансы у нас. Так, да уйди ты отсюда, а. Прискакал. Черт, они все прут и прут, а. Причем такой довольно здоровой стеной. Непробиваемой, так скажем. Давайте-ка вот так. Ух, давай.
Полицейский, строчи. Блин, они прут и прут, все, без конца. Оу, и пошел отчет до волны. Я не знаю, может, почистим давайте, ребята. Вот так. Все. Вся надежда только на Марины. Давайте, ребята, махайте лопатами, как никогда раньше. И это нам даст 100% прохождение этой миссии на 3 звезды. Да не, должны. Да, все. Отлично. 122-я миссия пройдена на 3 звезды. Я вас поздравляю. Ну, а на этой замечательной ноте, ребят, я, наверное, и буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих сериях и продолжим проходить эту игру. Давайте потратим последний бензинчик, который у нас остался. Ну, и на этом все. Можно закругляться. Ну, а вам всем пока и удачи, ребята. До новых встреч.